Зрители, Ольга Александровна, вашему вниманию на первом слайде представляется территория обслуживания, которая обслуживает государственное бюджетное учреждение, территориальный центр социального обслуживания Коломенска. И состоит он из четырех районов. Ну, как вы видите, у нас пять учреждений. Это филиал Нагайсина, который располагается в Нагайсине Садовнике и обслуживает наших детишек всех четырех районов. Итак, в структуру нашего учреждения входит филиал Донской, Даниловский, Нагайсина, Садовники, филиал Нагайсина и Нагайсинский Затон. У нас еще появился центр московского долголетия в Донском районе, о чем я позже тоже расскажу. Как вы видите, возрастная статистика наших сотрудников достаточно молодой.